Что ж, друзья, всем огромный привет. С вами студия StarLadder. Мы находимся в Шанхае на финалах Star Serie, которая организована совместно с StarLadder и iLeague. С вами Тварына и Лебедь. Да, друзья, всем еще раз привет. И только что Лесами и Тварен для вас комментировали, но, пожалуй, самую интересную на сегодня игру. Это, безусловно, ну, так. Напряженное и интересное противостояние Ксикса из Танцивки. Напомню, что Ксикса победил по итогу со счетом 4-3 и стал первым полуфиналистом нашего турнира. Но Танцивка сохраняет шансы побороться за второй слот в группе А. И он сейчас ожидает победителя в паре Джаб Сишуай. И именно за этой игрой мы будем наблюдать вскоре. Да, то есть сейчас мы увидим такую трагичную встречу. Все рыдают. Да. Проигравший поедет домой. Да. Возможно, Сишуай просто сядет на трамвай куда-нибудь и поедет домой. Или да. Джаб поедет в отель. Причем мы ему сразу купим билет на самолет и скажем: убирайся. Он: ребят, ну пожалуйста, я хочу досмотреть. То есть ты за свои суточные, да, готов купить? В Америку? Нет. Слабенько, Михаил, да. Слабенько. Но будет еще лирика сегодня, друзья. Сегодня мы узнаем именно двух игроков, которые пройдут в полуфиналы и будут уже с хорошим настроем ожидать 10 июля, третьего игрового дня, где разыграются уже непосредственно чемпионство, кубок и, конечно же, призовые, которые составляют $50 000. Ну а проигравшие, ребята, два человека покинут наш сегодняшний турнир. Проигравший в паре Джаб Сишуай и дальнейший победитель в этой паре встретится с Танцивкой. И там тоже победитель пройдет дальше, а проигравший покинет турнир. Да, то есть, в принципе, у нас пока что группа, если быть откровенными, идет так, как прогнозировало большинство людей. Ксикса вышел и должен, ну, как бы в теории со второго места выходить с танцев. Ну, это самые именитые ребята. Да, по дефолту. То есть, по логике, да, то есть в винерах играют с танцевкой Ксикса, в лузерах играют Джеб и Сишуань. Ну, пока все предсказуемо. Да. Пока что не было никаких сюрпризов. В принципе, мы ожидали, что китайские игроки, возможно, удивят нас во встрече Джаба и Станцивки. Ну, как-то все было легко для Станцивки, на удивление, кстати. И да и, в принципе, в первой игре сегодняшнего дня Сишуай против Ксикса также, в принципе, Ксикса не встретил какого-то прям серьезного сопротивления. Хотя это было удивительно. Там были очень крутые заходы китайского игрока. Вообще, что хочется отметить по Сишуай, игрок, который вышел из аматорки, игрок, который не проиграл в плей-офф стадии ни одной игры, мы об этом уже говорили, но в противостоянии с Станцивкой, как по мне, сыграло очень важную роль то, что не хватает опыта этому парню на ланах, но это его, собственно, первый лан. И, ну, опять же, это мое субъективное мнение, но мне не понравился порядок выбора колод. Колод. То есть он первым схватил темпо Драгонвойна, отдал на нем игру одной, отдал на нем первую игру, после чего решил не свапать колоду, сохранил и отдает на нем вторую игру. То есть, ну, по сути, Ксикса двумя самыми нестабильными колодами выиграл. Сумел, да, обыграть Драгонвойна. Вот что мы видели в противостоянии Ксикса против Станцивка. Ксикса не выиграл так легко на том же темпо магии, который, по сути, является нестабильной колодой. Это колода, которая очень зависит от захода. И этот темпо маг чуть его не похоронил. Ну, то есть, формально три игры подряд он проиграл, да, на темпо магии. А вот Сишуай, если он не отдаст вот опять этим темпо Драгонвойнам изи игры для Джеба, то вполне возможно, что американцу тут будет непросто. Ну, в принципе, ну, для большинства зрителей, то есть здесь скорее фаворитом выступает Джеб. Именитый парень, он уже дважды приезжает на ланы Старладера, он 67-й в мире, 15-й в NA-регионе. То есть игрок, который уже заслужил определенное имя, игрок, который, ну, я не могу прям сказать, что он звезда, и ну, он нет, игрок это, первого это, эшелона, нет, но, безусловно, это неправда. Но, с другой стороны, он пробивался на BlizzCon, у него есть какие-то достижения там на других турнирах. В принципе, ну, в топ-100 мирового рейтинга он входит. Да, не самая высокая позиция, но, тем не менее, не впервые он приезжает уже на лан-финалы SLI-лиги. Ну,
Нельзя сказать, что этот игрок фаворит в этом турнире, но тем не менее, он такой крепкий середнячок, я бы Я сказал, согласен. У Джеба который может есть удивить. Одна мощная составляющая. Он уже, благодаря тому, что он находится, ну, в европейско-американском регионе, уже не раз встречался с именитыми ребятами. Он не раз побеждал, ну, и в первой групповой стадии там того же онлайн-сезона, к примеру, под номером 2, ну, который вот мы комментировали буквально несколько недель назад, и в первой онлайн-стадии выбивал именитых ребят. И во втором групповом этапе выбивал именитых ребят. То есть и проходил по винерам в основную сетку. У его оппонента, у Чишуая, да, то есть он классно отыграл в плей-оффе китайскому, не проиграл ни одной игры, но все-таки оппоненты у Джеба были мощнее, нежели оппоненты у Шишуая. Ну, потому что китайский регион, ну, мы наблюдали, выглядел, ну, слабее, нежели мировой дивизион, если брать всех игроков в целом. Это действительно так. И, ну, и немаловажная роль в том, что, в принципе, не знаком, я думаю, с европейскими, американскими игроками Шишуай. То есть понятно, что он может следить за ними там по каким-то трансляциям, там, знать, колоды и так далее. Не проверял на своей далее. Шкуре. Но лицо к лицу он не встречался, я думаю, ни с кем. Поэтому это действительно что-то новое. И сумеет ли собраться вот такой не очень опытный китайский игрок, посмотрим. В принципе, я повторюсь, что я не увидел, что он как-то слабо выглядел на фоне Ксикса. То есть по счету можно сказать, что достаточно легко Ксикса обыграл своего оппонента. Но как-то это удивительно получалось, поскольку были великолепные стартовые заходы для китайского игрока и на Драконвоине, и потом там на Шамане. Ну, у него всегда стартовые руки были, да, очень то есть крутые. Великолепные. Но потом как-то мид-гейм он проигрывал. Согласен. Ну и представитель команды No Team, точнее игрок без команды, Джеб, Соединенные Штаты Америки, сыграет на Воине, Варлоке, Маге, Охотнике, и в бане у него Шаман. Шишуай, представитель команды OMG, получил приглашение как раз после победы на Ай-лиге. В бане у него Чернокнижник, в пуле Шаман, Охотник, Воин и Друид. Что хотелось бы отметить еще довольно важного по игрокам. Ребята, в принципе, молодые. То есть мы видим, что у нас есть да, такие... Да, 23 и 20 лет. То есть, да, у нас есть такие, ну, более возрастные представители, вот, ну, из тех, кто присутствует тут. Это Станцывка, безусловно. Это Нейман. Ну, как бы ребята уже такие, ну, да, непонятно, что не старички, но 30 уже... лет, да. То есть, да, им уже под 30. А вот... Ну, как бы, ветераны киберспорта. Ну, кстати, на самом деле есть такое, что из других киберспортивных дисциплин ребята к 30 годам но, уже да, прекращают но, играть. Хардстоун в этом плане уникален в какой-то мере, поскольку здесь не обязательно иметь быструю реакцию, то есть здесь скорее игра про подумать, ну то есть можно формально в любом возрасте играть в Hearthstone. Безусловно, но не всегда дело в реакции, то есть уже обычно там семейная жизнь, ну как-то начинается, ты уже меньше можешь уделять времени тренировкам. Вот то же самое, что рассказывал, например, лайф-коуч по своим мисплеям, вот буквально на последнем стриме, он говорит о том, что, ну ребят, ну поймите, ну у меня есть жена, мы сейчас находимся в Японии, ребенок, ну как бы я, ну не ну понятно, не просто уже все нету времени уделять столько времени игре, тренироваться и так далее. То есть в этом плане безусловно. Но тут ребята проблемы. Тут и ребята снова молодые. Неплохой старт. Во-первых, неплохой старт, а во-вторых, он начинает опять с темпа дракона воина. Не заходило ему на этой колоде, у него пока что отрицательный винрейт, ни одной игры он на ней не выиграл, есть два вторых дропа, есть продолжение, то есть стартовая рука крутая. И эта стартовая рука мне нравится больше, чем там два дракончика плюс защитница Алексраза. Почему? Потому что здесь прослеживается четкая монокривая от первого по пятый ход. Действительно так, есть ответ в виде скорострельности, погибает сразу же защитница Алекстразы, но она успела нанести 3 единицы урона, выйдя на стол, продолжение будет в виде чудесного дракончика, и здесь уже ответа не будет. Ну, Animal Companion, будем играть просто в ману. И это, конечно же, Хафер в лицо. Ну, или не в лицо, или размен. Ну, вот Хафер здесь, пожалуй, самый слабый был парень, потому ну, что... Миша лучше. Ну, или Миша, или даже Лиок 2-4, который может потенциально разменяться с чудесным дракончиком, придется там тратить на него гулю, ты не выставишь берса, ну, это хоть что-то. А так, изи трейд. Вот трейд выходит, качается и... Ну, потихоньку появляется проблема у охотника. Есть четвертый волк. Дроп в виде зараженного волка, есть два вторых дропа. Но ну, все-таки волк. Не почистить сейчас полностью стол с помощью гули, потому что твой берс сам по себе умрет.
так как удар оставит ему одну единицу здоровья. Есть какие-то интереснее варианты? Давать Каркрона в размен, по-моему, не особо забавно. Ну, похоже, что Каркрон и просто full face 8. На 8 в лицо. Ну, а какие варианты? Сыграть по мане. Ну, согласен, это, в принципе, выглядит неплохо. Отдавать Берс как-то мощный глянул. Удар. Трейдиться смысла не вижу. Берс погибнет. Играть просто через мощный удар и смотреть, что зайдет, поражать способность героя. Нет, Каркрон и Фулфейс, да, это хорошее решение в данной ситуации. Темпо Дракон Войн очень агрессивная колода, и она может позволить себе играть вот так вот нахально то в какой-то мере. Мы уже даже в какой-то степени привыкли к тому, что после обновления на самом деле вары бьют хантов. Ну, серьезно, даже неправильно выразиться, то есть вары выглядят агрессивнее, нежели охотники. Безусловно, то есть если мир раньше... сошел с ума. То есть, если раньше охотник это была довольно такая агрессивная колода, то сейчас у охотника больше там липких существ, неприятных по разменам, неудобных для трейдов, но как таковой агрессии современный хант, ну, безусловно, он ее может проявлять, но уже не в, но она не в том выглядит количестве, просто, да, как это было раньше. Ну и сейчас потрясающе зайдет Гуля. Да, здесь Элек, тем более, проиграл еще поединок, не получил псаря в руку себе джеб. А в размен уходит американский игрок и классно топ-дек... зайдет вурдалак. И еще и топ-дек топора, которым по ты добьешь Элека. Идеально. Ты добиваешь Элека, у тебя остается заряд на следующий ход. Ну, это... 15 хп у охотника. Это идеальная рука, да? Для темпа Драгонбойна. И здесь я думаю уже, что Фишуай должен забирать эту игру. Ну, что сейчас спасает? Ты даже не можешь затаунтить стол. Две жабы выстрел, бесполезно. Жаба Animal Companion, даже если это будет Миша, это бесполезно. Продолжение. Ну, окей, там есть... Караптор, то есть губитель. Без дракона он не так силен. Ну да, нету боевого клича. Ну, хотя дракон может прийти сейчас с топ-дека. Посмотрим. И... Нет, это Каркрон. Каркронский воин. Это 14 фейста, 1 офф, да? Да, не хватает. 8-11. А можно ли единички как-то... буквально. Я думаю, что даже слэм стоит отдать в одну из жаб. Топором, причем добивает. Ну, Можно было топором все-таки одну жабу, да, то есть забрать. И забираешь полностью стол, там ничего не боишься. Но в любом случае, даже если тут выходит Хаундмастер, ты все равно выиграл. Да. Но Animal Companion, да. Миша не спасает. Вообще ничего не спасает. Ну, какая-то прям очень жесткая игра. Вар забил ханта на 6-й ход. То есть, ну, конец 6-го хода. Передаешь ход оппоненту, и оппонент проиграл. Ну, классный заход для Шишуай. И в отличие от первых игр против Ксикса, где тоже старт был, на первый взгляд, очень классный. Мидгейм уже не выглядел столь сильно. Здесь все было круто от начала и до конца. И это уверенная, заслуженная победа. Повел китайский игрок в противостоянии с джебом со счетом 1-0. Ну, кстати, очень важный такой момент, который мы отмечали на онлайн-стадии. Ну, не все когда смотрели, то есть, ну, Китай был рано как утром. Это кто-то пропускал Китай, Михаил? Ну, я имею в виду онлайн, не все смотрели. Потом вводы, понятно, вот. что все пересматривают. Извините. О чем мы говорили? О том, что китайские игроки абсолютно все. Не было ни одного китайского игрока, который вот по типу станцивки на первый ход садился и такой, так, что мы будем делать дальше? Ну да, то есть не было продуманства. Вот эти вот там ходы до фитиля. Я вот, в принципе, фитиль вообще не помню на китайской сцене. Очень быстро. Они, то есть, причем многие игроки вот даже на европейской сцене, то есть они там не являются, ну, сильно продуманными, но как бы каких-то 10 секунд... Ну, конечно, тебе стоит обдумать просто китайцы ходят стратегию на игру. Вообще, вот мы смотрим на Чешуаня, он ходит просто моментально. Ну, так карта светится зелененьким, ходишь. Первые 3 секунды он вываливает все на стол и пошел. Ну, колода такая, здесь на самом деле не так много вариативных решений. Но он и на других колодах также играет. Ну, посмотрим. И вот очень интересно будет сравнить с, ну, более именитым, ну, не знаю, собратом Айзора, который будет уже завтра в группе Б, будет он отыгрывать так же, то есть это, ну, как бы это стиль такой китайской сцены. Вот, кстати, в лаунж-зоне там включен стрим был какое-то время, там как раз какой-то из стримеров там легенду добирал, абсолютно ни одного, причем там были игры, одна игра была против Контроль Воина, одна игра была против Рено Варлока, где оппонент ходил моментально. Ну, возможно, это, да, особенность какого-то региона, и, к слову, забавный момент, что сегодня у нас восьмое уже число. И мы наблюдали там этот стример, который
шел в легенду на китайском сервере, на первом ранге встретился с 1700 место. И причем тебя кидает с первого ранга на середину легенды, то есть это не дно. Мы просто к чему это ведем? Потому что в Европе сейчас, ну, по моим прикидкам, ну, формально где-то чек 300 максимум. Ну, примерно так. Плюс-минус. То есть это, а в Китае плюс-минус уже 2-3 тысячи. Около 2 тысяч. Ну, там 2-2 с половиной, да. И это, ну, забавно выглядит. Понятно, что тут, ну, большее количество игроков несопоставимо просто, но тем не менее. Ну и смотрим, оставляет в стартовой руке личинку. Ту самую тройку 2-5, которая в каких-то колодах осталась, из каких-то колод ее убрали. Ее изначально играли по одной копии, кто-то продолжает играть, кто-то отказался. Собственно, личинка очень классно смотрится в связке с псарем. То есть 2-5 не очень такие статы. 2-5 статы, по сути, меняются только с первыми и вторыми дропами. И то вторыми дропами это 3-2, да? Угу. А с дропа, который имеет подобную стату. Ну, кстати, личинка здесь очень хорошая. Проигрывает снова. Да, проигрывает Волк Харрисону. Личинка очень хорошая анти-агро карта, потому что 2-5 потрясающе меняется. Вот, но в связке с псарем это просто великолепно. Во-первых, оно по мане идеально заходит, то есть 3-4 ход. Вот, и, ну, провокация со статами 4-7, это уже очень сильно. Вот, Александр, объясните мне, может, я чего-то не понимаю. Я в первом Best of 7, когда Джеб играл против Ксикса, он играл на охотнике против Ктун Воина. Да. Второй ход у оппонента, следующий будет третий, соответственно. Вместо Элека, то есть вместо жабы, простите, выходит Элек. Так. Жаба потенциально разменит поборника. Сейчас он опять играет против Ктун колоды, и опять на второй ход выходит Элек, хотя монокривая у тебя есть. Ну, соглашусь, что... То есть вот уже второй раз от поборника, ну, как бы... Не отыгрывает жаб. Хотя жаба 50 на 50, поборник может умереть, ее уже не так приятно играть. Жаб держит жабу для более... Я не знаю, для более высоких каких-то целей. Не хочет, возможно, эстетических. Возможно, да, ему просто нравится анимация золотой лягушки. Почему бы и нет. Но этот момент действительно стоило отметить. Избрание Сактуна меняется с огромной жабой, которая при смерти плюет в лазурного дракона. Приходит фриз-трап. Ну и как теперь играть? Можно выставлять одну из четверок, играть не совсем в ману. Можно сыграть через Animal Companion и, соответственно, способность героя Animal Companion. Ну, что тебя устраивает? В принципе, тебя устраивает Хафер, потому что ты размениваешь избранницу и идешь на 6 в лицо. Ну, тебя устраивает также Леок. Да, и Леок тебя устраивает. Единственное, кто тебя... Ну, опять же, нельзя сказать, что тебя не устраивает Миша. Ну, формально тоже устраивает. Ну, тут как бы... Ну, таким образом, через да. Через псаря играет, потому что здесь надежный трейд, да, плюс есть... еще выживает гарантированно личинка. Да, безусловно. То есть этот ход, он не в ману, но он получается потенциально сильнее. Шестой ход для друида. Есть две копии статуи ворона. Вот смотри, немножко задумался сейчас китайский игрок. Есть две шестерки. Это Сильвана и это темный Арако. Ну, и одна и вторая шестерка изи меняются через стол и выходит, например, высокогриф. Это то, чего ты очень опасаешься. Угу. Поэтому думает как-то по-иному сыграть. То есть возможность сейчас раскопать, наверное, заклинания какие-то. Можно убить. Какие? Ну, например, свайп. Ну, ты просто отдаешь опять весь ход в зачистку. Ну и что? Ты чистишь стол. Мне нравится размах. Да, пассивно где-то. Ну, то есть пассивно в том плане, что не выставляешь ничего на стол. Но в то же время ты полностью зачищаешь стол своего оппонента. Также забирает укус на следующем, при следующей раскопке. Дается размах, фу, зачистка стола. Но сейчас нужно надеяться, чтобы оппонента высокогрива не было, его на самом деле нет. Ну, ход в ману, я думаю, что волк и фриза. Вряд ли тут есть смысл стрелять, у оппонента 29 хп. Вороженый волк и морозная ловушка, действительно, такое решение. Ну, Арако в ответ отыгрывать нужно вот морозный, в любом случае, Сильвана бесполезно. Ну, темный Арако, 5-7, пробафали Ктуна. Следующий опять Рагна, еще одна карта, которая не боится фрезы. Итак, Хафер появляется на столе. Есть возможность забрать темного Рако. Плюс у тебя останутся пауки. Способность героя. Выстрел в лицо, и на следующий у тебя есть Call of the Wild, тот самый Зов Лесов. Еще один размах, но он очень плох по монокривой, просто Рагнарос, пока есть просто банально время. Да, соглашусь. Можно поставить эту легендарку, желательно, конечно, выставить в паука. Точно нельзя было отдавать лазурного, потому что лазвятый. Ну, на следующем ходу. Тут однозначно зов лесов, без вариантов. Ну, 9 в лицо прописываем. Леок,
И то, нет, все-таки дважды, смотри, Рагнарос прописан в лицо. Изи, второй, Зов лесов, неплохо. А если чем его законтрить? Отдаем гнев на 4, лазурным снимаем. Друид в форму... Ну, по мане не вписываешься. Вот, конечно, круто было бы сыграть и байт, да, то есть если, коготь, если и друида. Бы, если бы не висела морозная ловушка, то летал даже находился. Угу. Да, ну тогда просто снимаем лазурным, идем в лицо. Ну, кстати, укус-то как-то поможет, возможно, в данной ситуации. Или нет? Так-то ну, у охотника уже 9 хп. Опять такая вот ситуация сложилась, когда вроде ты всю игру был впереди, а здесь просто два зова лесов, причем на первый зов лесов нашелся классный ответ у Сишуая, а вот второй как-то тебя немножко напрягает, и ты уже близок к тому, чтобы сам умереть следующим ходом. Нету на данный момент у Джема ни одного финишера, то есть нету ни килл-команда, ни какого-нибудь там выстрела для того, чтобы проходить сквозь таунты. Будет играть гнев в добор Полиоку. Ну, если ты сейчас доберешь Хафера или Мишу, то собаки могут принести тебе огромные проблемы. Почему почему он хочет найти второй размах или проиграл, что ли? Угу, так, окей. Друид форму таунта. Так, и размен. Пошли в размен, фриза вернула. Фриза и способность героя. Окей. И сетапим как бы летал потенциально, да, на 25%. Да, да. Окей, такой хороший выбор. Хороший на самом деле ход, весьма. 1-4 сейчас на то, чтобы Рагнарос закончил эту игру. Нет, он убивает Хафера. В любом случае попадание по Хаферу спасает тебя. Здесь питомец, и это... Питомец. Леок, три леока просто, друзья. Так, две собаки две убивают, собаки. Да, это летал под ноль. И Джаб побеждает просто. Как же, вот на самом деле, как же, вот, ну не везет китайскому игроку. Сишуай в очередной раз был фаворит, ну не фаворитом, он играл первым номером в этой партии. И всю дорогу был, ну, ближе гораздо к победе. Соглашусь, но и проигрывает топ-дек, он из-за топ-деков. Топ-дек второго зова лесов. Ну, идеально, идеально зашло. Да уж, это было очень сильно лицо Джаба. Полно концентрации. Игроки собраны. Но вот как бы не поплыл немножко, я думаю, китайский игрок все-таки, ну, это выбивает немножко из равновесия. Вот когда ты уже в очередной раз. То есть с Ксикса было то же самое. То есть, ну, ты с Ксикса ввел игру. Он под ноль летел, тут 1-1. То есть, ну, тебе первую игру повезло, вторую игру не повезло. То есть, ну, я не думаю, что это прям так жестко. Окей, что... посмотрим. То есть, летел бы сейчас 0-2, перед этим Ксикса еще отдал 2-4. Ну, то есть, возможно, да, это сразу бы сказалось уже на психологии игрока. Но будем надеяться, что все будет хорошо. Пока что Ксишуай не выдает, что он как-то супер нервничает, что начинает он как-то гореть от этого рандома. Ну, несмотря на то, хорошо, что он аматор, это очень важно. То есть, это ну, не профессиональный формально игрок. Он уже не аматор. То есть формально он уже прошел через аматорский дивизион. Он уже получил приглашение от организации, от OMG. И ну, стал уже формально профессиональным, ну, то есть, игроком китайского под дивизиона. Под тегом OMG он как раз вот впервые выступает на этих ланах. Это первый турнир, который он играет под этим тегом. Сейчас он уже профессиональный, да, игрок. Ну, вчера еще аматор, а сегодня профессионал. Хорошо. Еще неделю назад, когда, да, он был аматором, да, то можно было бы сказать о том, что опыта не хватает. Но на самом деле, ну, если серьезно, то опыта у Джеба больше. Да, это безусловно. То есть, вот, так, с этим можно спорить. Как по мне, на лане очень важным элементом, но это, в принципе, в любой киберспортивной игре, и мы это видим в том же Хардстоуне, да и в других играх, когда ребята могут просто на выдержке, на опыте где-то... В определенный момент... Просто выдохнуть, спокойно затащить игру. Поможет тебе, да, принять какое-то верное решение, где твой оппонент немножко даст слабину, ты сыграешь так, как нужно, и получишь какие-то дивиденды. Да, ну, не всегда это помогает, но посмотрим. Ну, что вообще, сейчас выбирать? Зрительно Сишуай выглядит, конечно, собранным. Пока что он оставляет позитивное впечатление. Я соглашусь, то есть вот мы привыкли видеть обычно ребят, аматоров, которые проходят, ну, как бы у нас так называемых аматоров, которые мы впервые видим нас... на лане, да, да. Они ну, намного более, ну, намного больше волнуются, такие ребята скорее, ну, как-то выглядят, что ли, моложе. Вот вроде бы Сишуай, он далеко не самый взрослый парень, но ну, как-то... 23 года, он старше Джаба, кстати, на несколько лет. Ну, да. Но в
Хардстоуне, как про игрок, он, безусловно, моложе, поскольку Джаб, он, ну, поиграл уже какое-то время. Мне, кстати, вообще кажется, что китайские игроки, они менее эмоциональны. Вот даже если вспомнить онлайн-стадию, ну там на пальцах одной руки можно было пересчитать там каких-то эмоциональных ребят, там каких-то харизматичных, которые там очень запомнились какими-то своими выходками, еще чем-то. Ну, как бы обычно ребята, ну, такие совсем собранные, играют с покерфейсом. Ну и поехали, смотрим на очередную попытку Шишуая выиграть на друиде, и сыграет он против темпа воина Джеба. Мы еще не видели этой колоды от американца. Ну, видим и Керна в сборке. То есть все-таки решил он играть не стандартным, ну, уже стандартным, две недели как, темпа дракона воином, который сейчас в Ладере популярен. А уже олдскульным. Уже олдскульным. Просто, да, темпа воином, которому... Сколько этой колоде времени-то прошло? Ну, просто время летит, на самом деле, очень быстро, и, ну, формально эта колода уже, можно сказать, что привычная всем и где-то даже устаревшая. А стандартный темповой, ну, уже устаревшая колода. Ну, ну, на самом деле, ну, как бы это дивно не звучало. А, ну, смотря на деклист, опять же, колоды темповой на Джаба, это, ну, действительно стандартный. А темповой, да, без каких-либо изысков. То есть тут играется Вариан Рин, играется Рагнарос, Малкарок. Ну, по сути, из интересного здесь нету оружейницы Арати, но ее и не, ну, все использовали. Да, там одну копию ее используют, как правило, либо не используют. В основном, ну, я не вижу каких-то... И Вариан Рин, ну, как, ну, бы... Ну, большинство все-таки Рафама играют. Рафама нету, Вариан Рин играет, да. Ну, это такие изменения, которые там в конце кто-то вносил. Ну, все. Ну, и посмотрим, сумеет ли темповой на Джаба. Еще бы хотелось отметить один момент, что две гули, один вихрь. Угу. Ну, от вихрей тоже как-то... В последнее время начали отказываться. Угу. Кто-то вообще вихрь не играет. Да-да-да, играл только Гулю. Вот, ну посмотрим. Шишуай продолжает выступление на друиде. Ну, вот нету хорошего четвертого хода. Вот понятно, что ты сейчас там можешь почистить стол и так далее, но вот нету какого-то мощного дропа, который бы уже вышел, дал тебе определенный буст. Ну, Feral Rage играется в атаку. Яростная макака погибает, и Бран плюс Living Roots, то есть живые корни, идут в размен с Armor Smith. Идет друид зачистку стола для того, чтобы остаться первым номером, для того, чтобы продолжить давить. Что, Брана, конечно, желательно забирать, возможности такой нет. Ну, формально она была, но это слишком затратно, нужно было давать мощный удар, плюс вихрь, это не имеет никакого смысла. Вот, Бран... Думает отдавать форму кошки или форму таунта. Даешь форму кошки, гарантированно забираешь макаку, но гуля тогда зачистит. Да, вурдалак просто добьет. Пятерку. Ну или какой-нибудь вихрь, если используется в колоде Джеба, мы видим, что он есть. Какие еще варианты? Ну здесь точно по мане классно смотрится именно друид когтя ставить в провокацию. Ну, Нуриш точно медленно. Нет, дар природы слишком медленно, не тоже медленно. Ну, выбор между кошкой и таунтом. Выбирает все-таки рывок. Вот любопытный момент. Я вот только говорил о том, что Шишуа играет, ну, довольно так медленно. Ну, в смысле, он, здесь он начал задумываться. То есть, наоборот, о том, что он играет довольно-таки быстро, мало думает над своими действиями, а тут, правда, больше, ну, богаче выбор действий, то есть больше вариативности. И уже начинает задумываться. Да. Классно заходит здесь мощный удар плюс вихрь, защищает стол Джаб, также прожимает способность героя. И есть мощный шестой дроп в виде Керна. Это очень важный момент. Плюс все еще, что интересно, была сохранена монета американским игроком. Угу. Шестой ход для Шишуа есть на руках озарение. Сейчас это, ну, наверное, никак особо не помогает. Ну что, в идеале словить какую-нибудь тройку, там того же предка, наверное. Ну, сумеречный предок, да, это идеальная, ну, тройка, кстати, да, и поставить его через Undervate. Вообще классно смотрелось бы, если бы седьмой ход был Фендрал плюс озарение и дар природы. Вот это, не, было, ну, это было понятно, очень, да. И разгоняемся по мане, добираем карты, все круто. Просто, ну, дрим. Проблема в том, что Ктун только-только начинает бафаться. То есть вот, да. Бедолагу здесь Ктуна Керн только впервые покормили, он сидел голодный. Он просто показался из будки своей. Там, ему печеньку кинули. На, скушай косточку. Достал. Ну и Керн смотрится неплохо. Как продолжать Шишуаю? Просто бранится Ктуна, продолжает качать Ктуна в руках. Мы видим, есть уже Виклор на следующем ходу. Даже сейчас уже, поскольку разыгран избранник Ктуна.
смогут появиться на столе близнецы Виклор и Векнилаш. Да, но Иктун уже не такой уж и малыш, он уже разломал будку. Сожрал всех, кто там был в округе. Набор карты с помощью боевой ярости приходит Молокорок и буйный вурдалак. А если сыграть в полную зачистку стола, если сыграть через экзекьют, то есть ставим сейчас гулю, керн у нас разменивает избранницу, поборник погибает от вурдалака, и сумеречного предка забираем через экзекьют. Да, неприятно, потому что отдаем казнь, но зато полная зачистка стола. Перехватываем инициативу, у нас на столе 1-4, 3-3 и 4-5. То есть Бейн, вурдалак и армарсмит. Как вариант, но нет, будет сохранять все-таки казнь. Не хочет транжирить ремувалы. Но жаб. Чего ты опасаешься? Опасаешься виклоров на следующем, то есть виклора и викнилаша. Кого-нибудь Аракоа. Окей, решает не отдавать казнь на слабое существо, то есть на тройку. Ну, плюс нужно было еще тратить монету, если ты играешь Армарсмит. Решил сохранить, поэкономить немножко ресурсы. Ну, вполне оправданное решение. Избранница, он разменивается с мастерицей брони. На столе появляется Федерал Оленьи Шлем. Гнев на 4 с добором карты. У Бэйна остается одна единица здоровья. Теперь он подставляет способность героя. И именно Shapeshift забирает у нас Бэйна. Ну и со стороны воина остается только буйный вурдалак на столе. 8-й ход для Джаба. Есть, ну что, варианты. Продолжим? Молокорок. Хорошая легендарка, я считаю, друзья. Это проклятый клинок. Ну, хорошая же легендарка. Ну, бывает же. Ну, что поделать. На самом деле, искренне сочувствую Джабу. Это крайне невероятная ситуация. А до этого молоток 1-4. Помните, Александр, в первом бастове 7? Эх, молоток 1-4. Знаменитая колотушка паловская. Как же... Нет, там Молокорок хорошая легендарка, на самом деле. Я вообще не знаю, почему ее недолюбливают. Ну, очень-очень хорошо заходит. Вот, в принципе, теперь у нас есть 3 заряда. Можно разменивать стол лицом. Когда Молокорок выдавал там длинные луки и кровавые вои, Михаил Лебедь тихонько сидел в сторонке и помалкивал. Где, когда это было? То есть не было такого. То есть, Александр, смотрите, мы комментируем лан-финалы Старладера. То есть то, что было ранее, вообще не имеет никакого... Я готов опираться на статистику лан-финалов. Браво, Михаил, браво, принято. Сегодня, то есть, ну, это другая страна, это Шанхай. Мы... То есть тут свой Молокорок вообще. Это как вспомнить, что происходило 2 года назад. Согласен, ну, достойно. Это было раньше. Мы должны опираться на статистику свежую, новую. Так. Все, две пушки сегодня, колотушка пала 1-4, проклятый клинок, Молокорок, хороший Олега, все. Да уж. 9 кристаллов маны для Джаба. Удар, гром, удары, два раза фейс. Ну, то есть размениваем проклятым клинком и громом там Виклора или Викнилаша. Второго добиваем с помощью Молокорока. И пятерку со стола через гулю и слизь отправляем в лицо. Ну, или тогда отдаем слизь 2-2. То есть получаем на одно существо меньше на столе, но не принимаем 8 фейс. Боишься ли, ну, ты принимать? Боится, да, ли принимать сейчас лицом дополнительный вообще урон? Решает сыграть через 2 берсов. Берсов. Ну, кстати, интересное решение. Это хорошее решение, почему бы и нет? Решение хорошее, да. То есть берсы уже 4-4. Сейчас еще ох, будет тут берсы 2, сейчас 2 удара. Это 6-8 еще удар. Это по девятке будут берсы, если я правильно посчитал. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой, по восьмерке, уже по девятке. Да, ты принимаешь, конечно, больно клинком. Остается еще один заряд этой пушки, которую, конечно, хочется выбросить. Была бы возможность выбросить оружие из руки, я думаю, Джаб с удовольствием бы воспользовался данной услугой, но такого что в игре нужен? Не нужен предусмотрено. Свайп? Как его достаем? Через лазурного тогда? Да, и вот уже проблема для друида. Конечно, 2 разъяренных берсерка выглядят устрашающе просто. Сколько там уже Ктун? Около 15-15, да? Ну, около того, да. А вот Ктун под проклятый клинок. И каждое попадание по 2. Вот это огонь. Эх, мечты, мечты, Михаил. Пожалуйста, Ктун. Избыток маны. Нет, это размах, кстати. Ну, размах хорош. Лазурный дракон. Размах и Living Roots 2, это было бы, ну, просто божественно. Ты бы чистил абсолютно весь стол. Нет, на 5 кристаллов. Еще один буйный рост. Так или иначе, есть возможность забрать одного берса, а второй все еще жив и продолжает качаться. Но берс, да, теперь будет со статой 12-2. И 13 единиц здоровья у самого воина.
Есть добор. Ну, 18 сейчас дэмэджа, то есть 12 берса, 4 через грома и 2 через замечательную пушку, которую принес хороший Малкорок. Но Battle Rage выбирает. И Каркрон и Вурдалак. Вурдалак плюс Каркрон. Вурдалак добавит тебе 3 единицы урона твоему берсерку. Я думаю, берсерку. Что стоит вообще это закрываться 15, 21, один офф. Топить в лицо. Один офф. 4-6 через Каркрона и проклятый клинок. И Гулян на 3 нанесет урон по столу. У тебя берс будет 15. 21 урон. Там да. За счет единички брони выживает Чешуай. Поэтому нужно закрываться, на мой взгляд, опять же, храбрецом кровавого копыта и добавлять. Ну, наверное, по мане Каркрон, почему нет. И даже Каркроном идти в размен с лазурным, пожалуй. С лазурным, думаешь? Чтобы усилить урон. Да. Ну, кстати, да, почему нет? Это не жадный ход, это надежный ход. Урон и плюс там убрать возможность, знаешь, через какой-нибудь гнев добор забрать. Но тут вариант только будет ли меняться. Я бы поменялся, соглашусь. Это более такой надежный ход. А, то есть будет и разгонять берса, и меняться. Вот так выбрал. И full face. Меняться нет. Понятно. Трейд no. Face yes. Это кто? Это Рагнарос. И способность героя. Да ладно, если... Вот эта игра. Если 25% на победу Чешуай. В предыдущей игре Чешуай в точно такой же ситуации проиграл. Это победа! Невероятно, друзья. Хорош. Вот эта партия. И Джеб не разменялся, он мог убить лазурного дракона. Да, да. И он сыграл слишком ёло. Ну, понятно, что тут, конечно, дикое везение. Но хотя, какое дикое везение? 25% — это хороший шанс в целом. И, ну, яркая развязка этой партии, классная игра. Чешуай побеждает в этой игре, просто вау. Согласен, потрясающая игра. И были забавные моменты, тот же проклятый клинок. Пока это самая яркая, наверное, драматичная партия за эту игру. Да, тут не было каких-то сложных там решений, вроде, не знаю, мира Рактун воинов между Ксиксой и Станцивкой. Да, ну решения такие более линейные, но вот несколько решений прям таких важных и кардинальных изменили ситуацию. То есть вот Джеб, например, пойди он в размен с лазурным. Ну, будет у твоего оппонента, ну, 5 хп. Ты бы все равно, вероятнее всего, выиграл. У тебя гром в руках. Вот, согласен. Серьезно, не было бы у Джеба грома в руках, я бы согласен с этим йолоходом, гуля, плюс 3 дэмэджа, берс фейс. Таким образом там сетапишь лета. Да, но а здесь гром. Зачем? Ну, то есть, да, смысла в этом нет. Абсолютно с тобой согласен. Слишком йоло сыграл Джеб. Слишком занаглел. Да, полностью согласен, при этом это не имело никакого смысла, и формально, но вот в такие моменты ты даже где-то, ну, понимаешь, что это правильно. То есть он был наказан за свою излишнюю, ну, наглость в этом игровом моменте. Соглашусь, соглашусь. И удача улыбнулась Чешуай, и, ну, яркая игра, друзья, что говорить. 2-1, впереди игрок команды OMG. Мы не видели от представителя команды OMG еще сегодня Шамана. Шаман у него... Ну, я бы не сказал, что это прям какая-то удивительная сборка. Он такой, скорее, дефолт и несколько интересных карт. Если я не ошибаюсь, сейчас перепроверим. Дабы вас не обманывать, друзья. Листаем, листаем просто. Михаил, просто все лежало так, как надо. Ты взял, перевернул сам страницу, а потом давай листать. Нет, ну, просто был открыт джем. Так, Чешуай. Что у нас по шаману? Шаманы, шаманы, шаманы. Ну, по это сути, дефолтный шаман, да, от Ксикса. Ну, старая версия шамана от Ксикса. Агра версия. Сам Ксикса играет уже на, ну, другой. Ну, по сути, из шамана. Интересных моментов здесь стоит отметить только грозу. Ну и то, как бы, ну, гроза, она, в принципе, привычна в шаманах. Ну, кстати, да, это единственный такой момент, который стоит выделить в сборке. Сборки шамана от Чешуай. Ну что, смотрим, сумеет ли Чешуай теперь наказать любителя ханта на ханте? Посмотрим. В очередной раз Олег проигрывает поединок. Олег пытался протащить братана, но его остановили. За сегодняшний день, ну вот я ни разу, по-моему, не выиграл Олег поединок. Малкорок. Малкорок — хорошая легендарка. Ну пока что 2-0. В смысле? Ну, в споре по Малкороку на данный момент на лан-финалах 2-0. Так, ладно, Михаил, еще два игровых дня. Но, правда, Малкороков не так много на самом-то деле. Так, гигантская жаба появляется. 26 хп уже у воина. И крови, гной, монета, гуля. Но там два выстрела пойдет.
То есть одно, одно попадание в слизь, и не так уж все и весело будет. У тебя остается только 3-3 на столе. Ну, хотя это в любом случае лучшая возможность. То есть мы видим руку Шишуани, она на самом деле пассивная. Кода, ну, он не особо крут. Ну, он, да, хорошо, он против темповойна потрясающе сыграет против, понятно, храбреца Кровавого Копыта, ну, но... Ну да, это уже такая, знаешь, заезженная тема. Ну, как бы больше ничего подобного нету. Ну, Кода классно против, против служителя, более классно, ну, смотрится. Понятно, то есть я имею в виду о том, что на четвертый ход, по крайней мере, у тебя нету каких-то активных. Угу. Выбирает, выбирает служителя более, поскольку, ну, подставляется, если ударяется жабой Шишуай под вихрь вурдалака. Серьезно, не разменяет? Ну, на морозку вешает его. Так, ну просто да вешать Акалита на морозку, то, там просто придет гуля, крови гной, окей, и пошло-поехало. Нет, он разменяет с помощью скорострельности. Мне, кстати, это нравится решение, то есть ты не подставляешь, согласен, да, жабу под вихрь. Это неплохое решение. Здесь это уже будет играть кровь и гной и давать вурдалака. По сути, тот же ход, но захотел засейвить монету. Да, да. Что сейчас хотел бы увидеть жаб? Это определенно керн, который через монету мог бы повлиять на этот стол. Усилить и... стол. Там есть уже хаймейн, но будет он только через один ход. Здесь отдает смертельный выстрел, просто... Сейвит кода под Акалита второго, сейвит, да, кода под храбреца. Но потихоньку заканчиваются ресурсы у охотника. Ну да, у него есть, в принципе, сильные ответы в дальнейшем. Это, Шей, а если слэм монета Battle Rage? Попытаться передавить по столу. Прямо сейчас. Ну, то есть, нет, да, выбирает, ну... просто пассивно, пассивное решение в виде мастерицы брони и поднять щит. Здесь высокий гриф саванны. Оставляем туда слэм под экзекьют. Ну да, активация экзекьюта. Почему? Слэм экзекьют, монета Каркрон. Армарсмитка вскрывает морозную ловушку. Да, армарсмитка ушла, но слэм экзекьют, монета Каркрон, по-моему, хорошо зайдет. Малкорок. Малкорок хорошая легендарка. Ну просто Малкорок сейчас мне вообще не нравится. Ну, то есть, Квер, он тебе даже дает какую-то хорошую пушку, там, и... Трусильвер Паловский 4-2. Ну, это он... Ну, лук вот, Орлиного, ну, Рога. Ну, на что надеялся? На длинный лук Ханта? Ну, по-моему, слабовато сейчас выглядел Малкорок все-таки. Опять выигрывает стол у нас Шишуай. Ну да, спорное решение от жаба. Ну, типа, Малкорок сам в соло меняется с высокой гривой, но все равно гиены останутся. Потасовок в этой колоде, понятное дело, нету. Как-то все не очень. Какие есть интересные варианты тут? То есть тебе однозначно нужно чистить стол, иначе у тебя будут огромные проблемы. А полностью зачищать стол, ну добро, слэм экзекьют, заберут хаймейна. Лук плюс Малкорок разменяет еще двух существ. На столе останется там в любом случае два существа, потому что еще двойка появится гиен. Армор Смит уже дорогая по мане. 104 кристалла, но похоже, что ее и придется ставить. То есть давать слэм экзекьют, удар луком, затем Армор Смит, и Малкорок пошел в размен. На столе тогда остается 7, 11. Ну, то есть, да, талант, как бы, грубо говоря, нету без топ-дека. Смотрим, набираем карту с помощью мощного удара. Казнь. Высокий гриф погибает. Если сейчас поставить храбреца, то будет беда. Храбрец. Да. И там кода, который валяется все это время и ждет, ждет своего часа. Как раз храбреца. Что, топ-дек, допустим, команды взять? Нет, это... Трекинг, но он сможет найти сейчас Шишуай все, что ему нужно. Видимо, раскопка, это квикшот, это... Скорострельности хватает или нет? Нет, не хватает. Да? Там сколько? Там 3-5 на столе, скорострельность еще 3 добавит, 3 офф. 3 офф. Но скорострельностью можно разменять Малкорока. Да, и он доберет тебе карту. И тебе не придется давать жабу в Малкорока, но замечательная пятерка фейс. И приходит вторая копия смертельного выстрела. 6 единиц здоровья у Магни. Армор Смит, гуля, вихрь. Разменяли весь стол, 3 приняли фейс. Главное, чтобы через выстрелы в лицо не полетели. Да, плевок в мастерицу брони, наверное, идеально. Так, еще плюс 2 брони. Если попадает жаба, то и еще плюс кристалл. Хорошо, 11 брони. 3 приняли, ну, фейс. Неплохо, неплохо. Остается 6 единиц здоровья, плюс 2 единицы брони. Топ-дек — это питомец. Хафер, ну, дефолт.
Шестифолдный хафер. И даже тратит второй смертельный выстрел. Ну и как бы сейчас уже all-in идет. Что, кстати, охотник... на каждого гулю по смертельному выстрелу было. Ну, тройка на тройку. Да? Все, мамут и вариант рин. Так. Добирает карты. Это топор. Нельзя брать его в руки, иначе просто обилка ханта тебя заберет. Поэтому армарап. Да, стараемся прожимать, прожимать. Способность каждый ход уходить. Идет летало, получится ли? Псарь не убивает. Ну, теперь гром, способность героя. Ну, тебе нужно жать обилку теперь, да, каждый ход. Что все, то есть, ну, ты считай, у тебя есть только 8 кристаллов на ход. Всегда. Нормально, да. Ну и все равно топ-дек, много карт, которые дадут летал. Там две копии команды взять есть у Шишуай. Две копии Зова Лесов, Тигр. Кстати, неплохо, если не будет провокаций. Вариан Рина ты играть не можешь, потому что... Ну что спасает, Яростная Макака или второй Храбрец? И это не они. Даже, а, если, даже если ты играешь в Вариан Рина, победа тебе, охотника. Тебе приходит хоть две провокации, толк от этого ноль. Да, поскольку ты не можешь прожать способность героя, стакнуть броню нет возможности, и ты проигрываешь. 3-1, впереди Шишуай, он побеждает на охотнике и находится буквально в одной победе от того, чтобы обыграть Джеба и выйти на станцивку, побороться уже за вторую путевку на финальный день. Ну вот любопытно, кстати, как Шишуай будет отыгрывать с... станцевкой, если он все-таки выйдет. То есть будет сохраняться какой-то определенный, ну не знаю, там, мандраж, что ли, потому что это станцевка. Ты знаешь, мандража я не вижу у Шишуая. Ну, это против Ксикса я не видел ничего. Но если такого. Его нету внешне, это не значит, что он есть внутри. Ну, точнее, что его нету внутри. Согласен, но пока что китайский игрок выглядит достаточно солидно. Да, то есть уверенно в себе. А вот у Джеба есть моменты, которые, ну вот спорные решения. Я да. согласен, вот сейчас, как бы это ни было удивительно, но Шишуай выглядит, ну что ли, увереннее и опытнее. Ну, прям такой, ну, такого ну, яркого, ну, яркой разницы я тоже не вижу, но... Я бы сказал, что яркая разница даже есть, потому что у Джеба мы уже вот за 2 бы 107 насчитали. Ну, в каждой игре, да, есть моменты, которые вызывают три прям спорных вопросы. Момента. У Шишуая я, честно говоря, не вспомню ни один момент. Ну, посмотрим. Пока что все хорошо. Один раз осталось победить Шишуаю для прохода на станцивку. И у него остается шаман. Да, у него остается шаман. То есть, причем это метовый шаман, да. Это агрошаман, тот шаман. Правильный сморк шаман. Да. Ну, как бы тоже он такой сморк. Вот эта версия агрошамана, она более медленная. Она не такая, знаешь, яркая, агрессивная, как, допустим, шаман еще до водостандартного ну, режима, с доборами, когда разряды которые, были. Да. Здесь нет добора, здесь ну, усилен. Лейт, так называемый, да, в кавычках, в виде там нечто из глубин и так далее. Ну, Клыкрын, нечто из глубин, да, одна да, гроза. Ну, то есть, колода очень сильна, безусловно, но сумеет ли победить? Один раз буквально. Как по мне, очень важным элементом отличия современного шамана от того, что был там в начале, сразу после обновления, и который был до обновления, это отсутствие снятия перегрузок. То есть раньше эту функцию исполняли лавовые шоки, ну, плюс был добор карт. Вот проблема огромная современного шамана. Ну да, древние него... знания никто практически не играет. Ну есть, опять же, вот такие уже олдскульные, есть, опять же, в кавычках версии агрошаманов, где ну, есть и древние знания добор, есть и лавовый шок, снятие перегрузки, плюс дополнительные заклинания, которые можно в лицо. Если тебе Финли не притаскивает лайфтап, то есть обилку Варлока, притаскивает. Ну, вот, только Клыкар-шаман может дать тебе тотем прилива да, маны, и за счет этого ты можешь получать карту. Сколько игр мы видели, когда просто от шамана отбиваются 4-5 ходов, и все. Да. Шаман дальше топ-декает по одной карте, с которыми уже легко расправляется. Понятно? Ну, посмотрим, сумеет ли темповоин справиться с этим шаманом. Появляются феррал-спириты. Да, причем с монеты разыгрывает заклинание китайский игрок. Очень важно, что сэр Финли Мургалтон принес жизнь от лод, способность чернокнижника. Как раз ты получаешь возможность добирать карты, то, чего не хватает часто этой колоде. Ну и замечательно распределяет, замечательно распределяет монокривую. Это сэр Финли Мургалтон, монета, фералы. Берс будет убит с помощью сержанта и одного из фералов. Дальше идем в фейс. Мне не нравится, что... И четвертый ход у нас, получается, выйдет Пламенный Безликий. Все шикарно. А здесь... Не нравится, что не разменялся? Ну, окей, ты разменяешься, подставляешься под Вурдалака. Ну, то есть, логично, да? Логичная тема. Но таким образом оппонент имеет возможность забрать раненого духа волка. Так, появляется
Ну, тотем языка пламени дает тебе возможность хорошо разменяться. Но ты не выставляешь тогда пламенно безлик. А пламенно безлик — это та карта, которая, ну, на четвертый ход это имбаланс на 7-7. На шестой ход это уже не особо крутой парень. Ну да, на четвертый, ну опять же, при отсутствии ответа у твоего оппонента. Это понятно. Игроки уже знают, что эта карта может выйти на стол, а, как правило, берегут. Но ответа тут нету. Казнь нечем активировать. А вот теперь смотри, вот теперь отдает казнь Джаб, и теперь ответа на пламенного безликого нету. Уходит. Вот мне как раз нравится, только, знаешь, он вытянул ремувал, и после этого уже поставит 7-7, на которого, ну, банально, тупо нет ответа. Ну точно, ну, трог плюс серебряный всадник, по-моему, сейчас плохо выглядит. Ну, как бы еще терпеть... Ну, не знаю. То есть, ну, это мы видим, что у Джеба в руках Вариан Рин, Гром и Малкорок, три бесполезные карты на шестой ход. Ну, играет все-таки, видишь, более пассивно, но более надежно. И сохраняет существ на столе. Это важно. То есть тотемный голем не уходит в трейд. При этом ты сможешь добавить атаки туннельному трогу с помощью перегрузок. Здесь просто армор-смит и поднять щит. Достаточно пассивный шестой ход. Ну и темповой на Старладре продолжает свое шествие на дно. То есть вот этот свой заплыв. Это последний заплыв, кстати, по-моему. Ну такой, знаешь, финальный аккорд, что ли. Все-таки уже темпо воина все реже и реже мы можем встретить. Все-таки отдается предпочтение там темпо дракон воинам, либо ктун воинам. Тут лайфкоч уверенно вот прям заплыл. Ну так, забуёк, я бы сказал. Достал жемчужину. 2-1. 2-1, Александр. Михаил, изи. Но здесь, это опять же, к слову, но это ничего не меняет. Это, я бы назвал это Горхал престижа. То есть... Горхал, да. 2-1. Неплохо, неплохо. Ну, можно разменять пламенного безликого. Ну, классно, да. 7 лицом принять бы... Да. Ну и похоже на то, что Джеб... Да, скорее всего, будет первым игроком, который попрощается с шанхайским лан-финалом. В Минске его выступление также не увенчалось успехом. Он отлично, отлично играет в онлайн-стадион. Разносит большое количество топовых игроков. Но вот на лане где-то не хватает опыта. Возможно, играет роль возраст. Но Джеб, который играет в онлайн-стадии, и Джеб, который играет на лане, это два разных игрока. Джеб на лане, мисплей, Джеб на... Ну, то есть, окей, не назовем это мисплей. Мисплей, Джеб на лане играет менее уверенно. Есть такие мувы, я уверен, которые он бы не повторил в онлайн-стадии. Безусловно, так. Возможно, все-таки сказывается давление именно лан-финала. Тем не менее, поздравляем Шишуая. Он достаточно в уверенном стиле обыграл своего американского оппонента. Итоговый счет 4-1. И Шишуай получает возможность встретиться с Станцивкой, с игроком из Чехии и разыграть вторую путевку в финальный день. Что бы я еще хотел отметить по сравнению с Минском. Вот Шишуай у меня вызывает очень приятные эмоции. Почему? Потому что мы видели в Минске двоих игроков. Это был Робин, который победил. Ну, победил. И это был Ивксиобу. Ивксиобу показал очень плохую игру. Ну, то есть там совсем все было плохо. А Робин по итогу... Робин победил, но у Робина были мисплеи. Ну, их было не так много, но они были. Да, я но помню, они были. И у Робина игры. Были моменты, где ему, ну, прям, ну, перло. То есть вот Шишуай, что мне нравится, он уверенно выигрывает у Джеба, он достойно сражался против Ксикса, и нету какого-то вот того, что ему прет, и мы можем сказать о том, что... Наоборот, ну, ему удача от него отворачивается, то есть, наоборот, да, в каких-то моментах. Это вот мы не можем сказать о том, что да, ну просто, ну, китайский игрок, ну, которому, ну, вот, ну, вот прям завозило, заходит и он выиграл. Ну вот, Шишуай доказывает именно своей игрой. А также не устанем повторять, что Шишуай не проиграл ни одной игры на китайских лан-финалах, а попал на лан-финал он через дивизион аматоров. Причем на лан-финалах он встречался с именитыми ребятами. Это был и Робин, и Лава Сикс, Айзора. Причем два раза он выносил Айзора. То есть Шишуай это, ну, там, работяга. Мы об этом говорили прямо перед первым. Простой парень из народа, который пробился уже в... Стал профессионалом, получил приглашение от команды, заняв первую строчку на Ай-лиге этого сезона. И в целом пока что он оставляет достаточно положительное впечатление. Соглашусь. Посмотрим, как он будет противостоять Станцивке. Все-таки с Ксикса, ну, не хватило очень много. Станцивка выглядит тоже мощно, как Ксикса. Собственно, эти два таких... опытных ветерана уже, знаешь, таких мастодонта, разыграли между собой первую путевку в финальный день с Лайга Стар Сириас Сезон 2. Как сейчас будет проходить игра
более опытного игрока из Европы и китайского его оппонента. Игрока из народа. Китайского игрока из народа. Ну, кстати, логично. Вот очень важный момент. У Станцевки нету ни одной колоды, которая бы явно проседала. Вот это, как по мне, именно опыт в составлении лайнапа Станцевки. Вот это пока единственный игрок за сегодня, у которого вот у того же Ксикса, например, он тоже очень опытный. У него интересный лайнап, но да, Темпомак, конечно, оставил. Темпомак проседает. У Станцевки, как по мне, огромный плюс. У него вот нету ни одной какой-то, ну, колоды, вот, которую мы можем посмотреть и сказать, да ну, эта колода не играет, она там идет с минусовым винрейтом. У его оппонента пока что, у Шишуаня, есть Драгон Темповой, который проиграл две игры. С Джебом он сыграл достаточно неплохо. Да. Ну, там был просто Dreamstar, там к шестому ходу, если не ошибаюсь, закончилась игра и, ну, просто катком проехался. Это вот в этом и сила этого современного темповойна, что если ты ловишь вот такой сильный старт, остановить это невероятно тяжело. Соглашусь. Вот. Ждем интервью. Посмотрим, да, сейчас, скорее всего, не будет там, говорят, интервью. Не будет интервью с китайским игроком. Не палят статы, китайские игроки. Ну, понятно, ясно-понятно. Но я думаю, что... Они мы такие, короче, выигрыш у Станцевки, тогда же возьмем интервью сразу по двум победам. Кстати, если Шишуай выйдет победителем во встрече со Станцевкой, я уверен, что тогда уже интервью должно быть. Иначе бунт просто поднимут работяги. Да, вот. А бунт работяг мы боимся, поэтому... Так что будем убегать, ребята, пока на паузу, пока не началось. Впереди у нас последняя встреча первого игрового дня, где мы узнаем имя второго финалиста уже наших. Имя второго игрока, который покинет турнир. Итак, Станцевка против Шишуая после небольшой паузы. Yes, it's my first time in China. Looking forward to experiencing this country. I like it here, like the scene is so big and people are like cheering for everyone, so it's pretty nice. Feels great to be a qualifier. I think like to come to China is a great experience and to play in this tournament is also a great experience. I'm really, really excited. I've played in so many different countries, but it's my first time in Asia.